Поехали. Я сегодня тему посвящаю. Крадут мою риторику. Так бы я заглавил. Ну, тут Николай Дульский есть такой политолог в Бандерлянде. Он там не раз отмечал, что у него что-то крадут, да? Ну, очень такой интересный, сказал, канал. Вот, ну, будет время посмотреть. Вот, ну и вот у меня тут тоже такая вот какая-то беда. Мне посещаемость-то вроде не такая, потому что высокая, можно сказать, совсем невысокая, поскольку я не прилагаю к этому никаких усилий, философски рассчитывая, что кому надо, тот и так как бы, так сказать, вникнет, а навязывать тоже. Но вот я хотел бы просто раскрыть методику действия сабдеповского, госдеповского ящика. Вот сегодня Прокопенко. Вот, значит, рассказывает о том, что как бы крейсер «Варяг» Бандерляндия продала за, ну, за смешную сумму. Ну, вот это вот люди, ну, это действительно правда. И вот эти еще люди отрицают, что они сдавали ядерные технологии, которые от русских, вот эти коммунисты, Кравчук, Кучма, вот об них идет речь. Дело все бы ничего, вроде информация, так сказать, более-менее объективная, так сказать. Вот. Но вот я хотел бы, что задолго до него. Вот я могу о какой-то теме молчать, молчать, да. И вот эти вот журналюшки, они все сабдеповские, они вроде как и не вспоминают, и люди часто это малообразованные вообще. И как бы своих мозгов у них часто не хватает. И вот и в результате ничего этого не было, пока я не сказал. Там уже тогда Бандерляндия там говорила, там мы до то, да мы первая армия, супер первая там, пятая, а не пятая сейчас хвастается. Дело в том, что когда коммунистам Кравчуку и Кучме удалось расколоть Великую Россию, да, вот, и там дело в том, что она была, в общем-то, первая армия Европы. А сейчас они за пятое там место борются. На самом деле они являются там, пятая армия, они якобы мир, это, ну, на самом деле они то ли на 29-м месте, то ли, ну, в общем, какое-то такое, ну, уже пятое для них, это как наш Медведев нас хочет сделать пятой экономикой мира. Супер богатую страну он поставил такую ничтожную цель. Ну, а вот эти про экономику вообще не говорят, лишь бы там армию, там, ну, вот, и дело в том, что на моем канале я тогда, так сказать, высмеивая этих людей, сказал, что слабоумные люди, вот эти вот коммунисты, там, типа, там, гауляйтера Вальцман, ну, вот, типа, Киптельман, типа, Кучмы, Кравчук, вот, они продали, ну, я тогда рассказывал, можете проверить, крейсер «Варяг» за 20 миллионов на иголке. Но а китайцы, не будучи дураками, значит, все это переделали, и у них сейчас то ли один, то ли два, вот этот авианосец наш, да, или еще один. Ляонинь, по-моему, он там как-то называется, я там китайский не соврать, но как-то так вроде. Вот. И
Ну вот знаете, что меня смущает? Вот мне неприятно, что именно стырил, ладно бы еще какой-то другой, а вот этот. Ну, у него, правда, отличалось, что вроде как казино сделали, обещали сделать этим бандеровцам, коммунистам. Вот. Ну, казино или иголки. Ну, я не знаю, вот в этом отличие может быть. Но важна суть, что такая вот эта вот информация. Ну, и я там сообщал за 20 миллионов долларов. Ну, сумма ничтожнейшая. А Прокопенко говорит за, в общем, за 28. Ну, может быть, там в процессе переговоров там чё глупцам этим коммунистам не соври, они же все то как бы какая разница, иголки там вот. Ну важна суть, что вот это вот как бы вот спирает с каналов, сайтов информацию, и никогда они не сошлются, что не это было бы ничего, что это вот не они сами такие умные, а вот что это вот как бы чужая мысль, и они ее просто дублируют. Но поскольку ну, конечно, там посещаемость или моего сайта, или зомбоящика, она гораздо выше, и получается, что вроде бы умный Прокопенко со своей этой военной дебильной тайной, которая рассказывает про инопланетян, которые везде там у нас на кухне, в ванной и везде. И мы просто слабоумные ходим, их не видим в упор. Ну вот как бы я хотел вот этот, ну я думаю, немаловажный, потому что у нас часто никто превозносится, никто продвигается в обществе. Вот потому что как бы вот заметьте, такая тут какой-то канал нашли, вот этот Бесогон, да, канал там вот этот, что 15 миллионов там подписчиков, 15 миллионов, и что же они там изучают? Они изучают, как мужик себе проводит депиляцию и орет при этом. Ну вот как бы вот такая вот. Вот кажется мне, если мы какой-то в обществе не переменим какой-то вот это вот градус, вот это. И вот знаете, вот это было бы ничего, если бы крали просто какие-то вот идеи, ну не же не патентуется. А вот так в точности такая же у нас и Академия наук воруют, крадут, Академия плагиаторских наук. Вот я тогда, когда я об этом говорил, ну, к моим словам, ну, как бы прозвучал такой голос, так, глаз в пустыне, да? И, конечно, ни одна журналюшка меня не поддержала, да и не бы жрать, пить от пуза, да и все, получаешь бабло, пришел своим деточкам там, принес, ну, тетка какая-нибудь сидит, что ей там до каких-то мировых проблем, до какой-то науки. Ну, один человек-то меня все-таки как бы поддержал, ну, как бы вот так вот, как-то своеобразно. Вот я имею в виду господина Путина, да, который так высмеял господина Фортова, насмех его поставил, кто вот видел эту картину, когда он, значит, перечислял тех чиновников, которые повисли на бюджете науки, да, и спрашивал, являются ли эти люди великими учеными. Вот, может быть, тогда вот, значит, получается, что у меня только пока один союзник появился, как ни странно, которому я вроде как в оппозиции. Ну вот, как бы так. Ладно, на сегодня на этой теме все.